Выбритый затылок и виски, длинная челка с зачесом назад. Хайер – так выглядит современная ультрамодная мужская стрижка. Называется андеркат, что в переводе «срезанный низ». Так стриглись в Великобритании в 60-х. Это универсальная мужская стрижка, подходит к любому типу лица. Главное – правильно уложить волосы. На самом деле она подходит даже ребятам, у которых форма лица и так достаточно вытянутая. Просто можно не делать слишком сильный объем, хайер не поднимать слишком высоко, а делать его более таким, более низким, более приглаженным. А у кого форма лица широкая, то стоит хайер поднять чуть побольше, сделать побольше объема, и тогда лицо будет визуально удлиняться. В дополнение с бородой это будет еще лучше. Разный тип укладки, более строгой или свободной, позволяет играть с образами. Эффектно выглядит как в свободном, так и в деловом стиле одежды. Чтобы придать прическе лоски немного блеска, можно нанести бриолин. После рекомендуется аккуратно зачесать волосы. Если необходимо срочно выйти из дома, можно слегка подсушить волосы феном, но лучше, чтобы они высохли сами. Андеркат выгодно подчеркивает оригинальность мужчины. Он выглядит мужественным и решительным в глазах представительниц прекрасного пола, шутят стилисты. С такой прической женского внимания не избежать. Как долго андеркат останется на пике популярности, неизвестно. На пятки наступает новый тренд. Возвращаются длинные волосы. Длинные волосы примерно такой же длины, как у меня. И еще при этом они должны быть не просто длинными, они еще должны быть такими потлатыми, неаккуратными. Это ухоженные мужчины, но мужчины, которые делают вид, что они не ухаживают за собой. Несомненно, стрижка – один из ключевых моментов мужского образа, но если в арсенале есть еще и галантные манеры, правильно подобранный стиль одежды и приятный парфюм, наверняка перед вами настоящий джентльмен.